Жители Якутии ответственно относятся к проведению голосования и всегда стараются посещать избирательные участки. Вот, например, и оленеводы из Анабарского района накануне приезжали голосовать верхом на оленях. Оленеводы муниципального унитарного предприятия имени Героя Труда Ильи Спиридонова во главе с директором Романом Туприным приехали из оленеводческих стад на избирательный участок номер 61 поселка Юрюнкаян, чтобы проголосовать. Понимая важность и значимость участия в выборах, они показали настоящий пример патриотизма и любви к своей родине.